это очень хорошо, что не посадили в тюрьму, и это очень плохо, что его лишили свободы, лишили возможности работать. Вот, извините, это банальность, ее все говорят. Ну, это банальность, ее все говорят, но очень сложно сказать что-то еще в этом смысле. Вот вчера удалось как-то расшатать систему, я считаю, что до недавних пор всех устраивало, что менты там крышуют наркоторговцев и все такое, или творят полный беспредел, подкидывают наркотики и так далее. Это все всех во власти. Вы думаете, это будет прецедент прям в этих делах? Все всех во власти устраивало. И они смотрели на это сквозь пальцы. После того, как поднялось возмущение, другие части системы, ну, они стали чувствовать себя неуютно. И именно поэтому вчера Ивана не посадили в тюрьму.